французского художника Филиппа Паскуа проходит в Московском музее современного искусства в рамках года Франции в России. На ней зрители могут увидеть полотна, созданные автором в течение последних 10 лет. Основной темой творчества Паскуа является исследование человеческой природы. Mercedes. D'accord. Louis de Funès ou Gérard Depardieu? Louis de Funès. Bon, les grenouilles ou la dame? Les. Oh, la dinde. L'alcool ou les drogues? Ou les drogues? Les drogues. Les films érotiques français ou les films pornographiques allemands? Pornographique allemand. Merci.